Любопытные факты о знаках зодиака, о которых вам никто не расскажет. Каждый из нас обладает особыми качествами, которые определяются знаком зодиака. Но сегодня мы рассмотрим необычные и малоизвестные факты о наших знаках, которые, вероятно, вам неизвестны. Характер и образ жизни, связанные с знаками зодиака, также сильно зависят от стихии, с которой они ассоциируются. Ниже перечисленные факты в основном не связаны со стихией, поэтому они часто остаются незамеченными. Овен, овны в отличие от изменщиков, неизвестны своей склонностью к изменам, однако практически все они хотя бы раз сталкивались с такой ситуацией. Кроме того, эти люди чаще других становятся зависимыми от компьютерных игр. Согласно статистике, овны тратят больше всех остальных знаков зодиака на путешествия. Телец. Тельцы прекрасно ценят одежду и готовы потратить большие суммы денег, чтобы всегда быть наилучшими внешне. Они обладают талантом выбирать самые лучшие подарки и наслаждаются возможностью радовать своих близких и друзей. Однако, в отличие от других людей, тельцы часто испытывают сильный страх высоты. Близнецы. Близнецы не представляют свою жизнь без драмы. Они считают, что отношения без некоторой степени эмоциональной напряженности не могут быть настоящими. Если вы хотите завоевать расположение близнецов, необходимо уметь вызывать у них смех и радость. Они ценят общение и без него быстро теряют свою жизненную энергию. Постоянный контакт с людьми является неотъемлемой частью их существования. Рак. У раков есть невероятные таланты в области кулинарии. Они обладают исключительными кулинарными способностями, и большинство талантливых поваров – это именно раки. Несмотря на то, что они редко о нем говорят, раки испытывают больший страх перед одиночеством, чем большинство людей. У них развита интуиция, которая почти сравнима по силе с интуицией скорпионов, хотя об этом не так часто упоминают. Лев. Львы, согласно статистике, проявляют большую склонность к использованию телефона перед сном по сравнению с другими знаками зодиака. Лев является одним из самых гордых знаков зодиака, и только близнецы могут сравниться с ними по уровню гордости. Львы известны своей высокой преданностью, они реже изменяют, чем многие другие люди на планете. Дева. Девы представляют собой знак зодиака, в котором мужчины и женщины отличаются друг от друга наиболее существенным образом. У них имеется наихудшая совместимость среди всех знаков. Девы склонны к частым нервным переживаниям и волнениям. Они испытывают их по любому малейшему поводу, так как стремятся поддерживать порядок и систему. Согласно статистике, девы являются самыми вежливыми людьми на планете. Весы. Весы заслуживают репутацию самых страстных и приятных любовников на планете. В их отношениях отсутствует ревность и зависть, так как это им чуждо. Шумные и суетливые люди не вызывают симпатии у весов, однако они часто находят общий язык даже с такими личностями. Весы обладают способностью прощать. Однако предательство и ложь – это то, что они не могут простить. Скорпион. Скорпионы выделяются как самые талантливые исследователи и детективы в мире. Они также известны как самые страстные любовники, несмотря на то, что их характер порой слишком сложен. Любить скорпионов – задача непростая, однако практика показывает, что отношения с ними запоминаются надолго. Стрелец. Стрельцы обладают непревзойденной силой духа и оптимизмом, с чем никто не может сравниться. Среди них можно найти множество талантливых журналистов, ведь это идеальная профессия для этих людей. Стрельцы – настоящие любители приключений. Если разделить их страсть, они будут обожать вас. Козерог. Козероги обладают непревзойденными управленческими способностями. Они рожденные лидеры, даже если сами этого не осознают. Если вы хотите вызвать уважение Козерога, избегайте споров с ним. Лучше согласитесь со всем, что он говорит, и это увеличит ваши шансы на его благосклонность. Одной из наиболее распространенных причин плохого сна у Козерогов являются размышления о жизни, мире и проблемах. Водолей. Водолеи известны своими гениальными умами, и среди них находится больше всего выдающихся ученых. Это малоизвестный факт, но полностью соответствующий действительности. Водолеи особенно привлекаются к людям, способным поддержать интересный разговор. Они редко устанавливают отношения с теми, кто не разделяет их увлечений и интересов. Водолеи склонны к сновидениям и чаще других людей помнят свои сновидения. Рыбы. Малоизвестным фактом является то, что рыбы обладают невероятным художественным талантом, делая их замечательными художниками. Рыбы избавляются от страха темноты гораздо позднее, чем представители других знаков. Особенно это заметно у женщин, рожденных под знаком рыб. Рыбы часто предпочитают ночной образ жизни, и их активность проявляется в основном в темное время суток. Среди них больше любителей ночной жизни, подобных совам, чем утренних пташек.
В заключение, каждый знак зодиака обладает своими уникальными особенностями и талантами, которые могут быть скрыты или малоизвестны для большинства людей. Важно помнить, что эти особенности не являются обязательными для каждого представителя знака, но могут быть интересными и характерными чертами многих людей, рожденных под определенным знаком зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.